А знаете, как приятно удивлять гостей Вечного Города, которые были в Риме уже 5-7 раз, новыми местами? Или теми местами, в которые по каким-то причинам они не смогли зайти? Мы, местные жители, знаем все тайные входы и выходы. И поэтому всегда можем исполнить ваше желание. Захотели вы зайти в эту церковь? Пожалуйста. Хоть центральный вход в эту церковь был закрыт. Мы бросили монетку, загорелся свет в капелле, и мы до самого закрытия любовались фресками Филиппо Липпи. А потом у нас еще было много интересных новых мест. Я получаю такой огромный заряд энергии, потому что могу помочь вам и вижу ваши счастливые глаза. И еще раз убеждаюсь в том, что Рим – это не город, это целая вселенная, для изучения которой не хватит и жизни.
Господь, 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 Господ